Зачем нужна команда ко мне? В первую очередь, для безопасности вашей собаки. Например, ваша собака увидела скунса или побежала на улицу. Эта команда может спасти жизнь вашей собаки. Чтобы собака бежала к вам по команде «ко мне», ваш палец должен стать целью для нее. Это очень легко. Держите прикормку в руке, пусть собака берет ее с руки. Сделав так несколько раз, подставьте палец, пусть собака его коснется, и затем поощрите собаку. Хорошо. Сделав так несколько раз, добавьте команду. Второй шаг. Голосовая команда и сигнал рукой. «Ко мне» значит «положи нос на мой палец». Затем понемногу увеличивайте дистанцию. Как только собака посмотрит на вас, скажите «ко мне». Пусть коснется вашего пальца. Чтобы собака отбегала дальше, бросьте подальше лакомство и дайте команду «ищи». Потом скажите «ко мне». На этой стадии вы можете перейти к шагу 3 одной голосовой команде. Однако я обычно продолжаю использовать палец. Ко мне? Молодец. Выбирать вам. Начиная обучать собаку новой команде, избегайте отвлекающих факторов, чтобы собака концентрировалась только на вас. Занимайтесь поэтапно, не спешите, продвигайтесь вперед с той скоростью, с которой справляется собака. Не делайте занятия длинным. 30 секунд, минута, 2 минуты, тогда обучение пойдет быстрее. Так будет лучше и для вас, и для вашей собаки. Если собака с трудом осваивает команду «ко мне», нужно помнить о двух важных моментах. Начинать заниматься в обстановке без отвлекающих факторов и идти вперед маленькими шагами. Сейчас я прошу Моргана прикоснуться к моему пальцу. Я отодвигаю палец на сантиметр от его носа, потом на 2, а потом на 4. Крохотные шажки. А сейчас я использую игру 45 секунд. Морган может моргать, отворачиваться. Я жду. Я один раз произнес команду, и он ее выполнил. Не мешайте собаке, когда она думает. Ко мне. Подумай. Молодец. А дальше дело за повторениями. Повторяйте команду снова и снова во время коротких занятий. Ну как, ты готов? Готов. Ко мне. Вот это да. Ты молодец. Если вы хотите, чтобы собака чаще подходила к вам, примените игру «Магнит». Когда собака подходит к вам, хотя вы не давали команду, поощрите это поведение лаской, похвалами и лакомствами.